полицию обратились представители магазинов, расположенных в торговом центре Ленинского района. Как пояснил один из заявителей, неизвестный парень зашел в павильон с одеждой на глазах у продавцов, открыто похитил две куртки, после чего сбежал. Сотрудники магазина пытались остановить грабителя, однако догнать его не успели. Через несколько дней мужчина вернулся на место преступления со своим приятелем. На этот раз злоумышленники отправились в магазин сотовой связи, откуда совершили кражу сотового телефона. Менеджеру также не удалось остановить преступников. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Момент хищения попал на камеры видеонаблюдения, что позволило полицейским оперативно установить личности грабителей. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержаны двое 27-летних ранее судимых мужчин. Они признались содеянным и пояснили, что награбленное сдали в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Им избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде.